память о Михаиле Кокшонове посвящается. Я еле сдерживал слезу. Боль сдавливала сердце, узнав, что Михаила больше с нами нет. Потом вдруг слезы навернулись, будто у младенца, и потемнело все вокруг. Не мил и свет, очередной уход актера. Да что там говорить, ушел. Болезнь коварная его не пощадила даже. Некролог стихотворный сочинять сажусь за стол. Потом на чистовик перепишу я дважды из старых кинолент. Все яркое я вспомню тут же. Ролей как много Михаил в фильмах сыграл. Под вечер в горло мне не лезет даже ужин. Вот полстраницы я о нем так написал. Я светлой памятью окрашу Мишу вечно. Как ни прискорбно, очень жаль, как очень жаль. Актер достойным был и очень человечен. В начале лета о нем скорбная печаль, горе родных, всех близких и знакомых тоже. Приносим соболезнования, и мы все о смерти, о его лишь в соцсетях размножат. Светла о Мише память в сердцах наших уже. Спасибо, был и будешь, жив в кинолентах, дышит. Твоя душа, наверное, ушла на небеса. Быть может, о тебе, кроме меня, напишут. Ты жил кино, театр, весь отдавал себя. Спасибо тебе за твой талант, за все, что ты сделал для нашего кинематографа. Покойся с миром. Земля тебе пухом, светлая и вечная.